Димитровграде начались Дни Ульяновской области. С 13 апреля по 12 июня члены правительства, законодательного собрания и общественности будут заниматься решением ряда вопросов и проблем. В первый день на площади Советов прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка. По подсчетам Министерства агропромышленного комплекса, торговлю посетило почти 4000 димитровградцев. В ярмарке приняли участие владельцы личных подсобных хозяйств, кооперативы, крупные сельхозпредприятия из 11 районов области. Всего 145 машин и автолавок. Жители интересовали свежее мясо, молочная продукция, яйца и овощи. Хорошим спросом пользовались семена, саженцы и рассада. Расширенная торговля принесла выручки в 4 миллиона рублей. Было хорошо, чтобы и дальше, чтобы было такие ярмарки, и чтобы подешевле, чтобы было. Ну, потому что у нас сейчас пенсионеры же не очень-то много получают. Поэтому надо немножко подешевле делать. Сельскохозяйственная ярмарка – одна из действенных мер по стабилизации ценовой политики. Однако в понижении цен на главные продукты питания заинтересованы и крупные торговые сети. В день ярмарки губернатор Сергей Морозов осмотрел ассортимент одного из магазинов торговой сети «Пятерочка». Согласно мониторингу ценовой ситуации в Димитровграде, Ульяновске и соседних городах, в Минсельхозе пришли к выводу, что в городе Атомщиков цены на основные продукты питания – одни из самых низких. Мы проанализировали цены. Цены ниже, чем в близлежащих городах Тольятти, Самара, порядка на 10%. Даже с Ульяновском цена различается в 5-7%. Она здесь ниже, чем в Ульяновске. Особенно на молоко, поскольку в этих магазинах присутствует молоко местного производителя. Губернатор отметил, что продукты местных производителей должны быть отмечены особыми ценниками для удобства покупателей во всех торговых сетях города. Кроме этого, в магазине можно воспользоваться социальными продуктовыми картами, оформленными в отделениях соцзащиты. На подобную карту ежемесячно зачисляется 1000 рублей, которую можно потратить на продукты первой необходимости. За несколько лет существования соцуслуги в Димитровграде ею воспользовались около 1000 жителей. В этом году количество карт будет увеличено. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.